Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с порядком определения базы по налогу на сверхприбыль. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы и видите. В данном письме рассматривалась ситуация, когда произошла реорганизация в форме присоединения. И возник вопрос, как налогоплательщику, к которому присоединилась организация, определять базу по налогу на сверхприбыль. Рассматривая этот вопрос, Минфин указывает на то, что данная проблема урегулирована нормами закона о налоге на сверхприбыль. В соответствии с данными нормами, база по налогу на сверхприбыль за годы, предшествующие реорганизации, определяется путем суммирования налоговых баз по налогу на прибыль реорганизованной организации и присоединенных организаций с учетом положений статьи 274 Налогового кодекса. В целом, повторюсь, Минфин не сказал ничего нового и, по сути дела, пересказал положение закона о налоге на сверхприбыль. Но в любом случае, поскольку такой вопрос возникает, налогоплательщикам, которые подпадают под налог на сверхприбыль, им необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.